Современной и красивой школа Безбородова стала после капитального ремонта. Здесь полностью обновили инженерные коммуникации и кровлю, отремонтировали помещение. На территории учебного заведения появился стадион с волейбольной площадкой, воркаутом, беговыми дорожками и местом для прогулок группы продленного дня. На встрече Андрей Иванов обсудил с педагогами планы по дооснащению школы новым оборудованием. Особое внимание уделил вопросу отопления в спортивном зале. Первое, что надо проверить, 26, батарея, их надо увеличивать. А, попробуйте просто снять решетку. Хорошо. Они же тоже сейчас сдерживают воздух. Воздух обычно теплый, поднимается вверх, а вы его вот так нагнули. Он еще и пробиться не может. В середине марта привезут спортинвентарь, проекторы, настенные экраны и интерактивные панели. В планах обеспечить учебное заведение скоростным интернетом. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».